Так, всем добрый вечер. Мы продолжаем с вами ознакомливаться с концептами. А, как оказалось в предыдущем ролике, это был неофициальный трейлер. На самом деле я расстроился и узнал только после того, как записал предыдущий ролик. Давайте с вами посмотрим. Все-таки Видлик сделал у нас уже вторую часть, уже полноценный трейлер к нему. 6 октября, как и обещал. Давайте глянем. В первый раз его смотрю. Так, немножко только видел. Надеюсь, он нас чем-то удивит. Поехали. С синдикатом Коготь Дракона покончено. Может, отметим? Да. Так, странно. Как-то по качеству у меня просадки. Надо чуть-чуть повыше сделать. А то какие-то персонажи размывчатые. Так. Было бы неплохо. Твои предложения. Сможешь в этот вторник в баре неподалеку? Да, вполне. Надо бы и нашего сослуживца позвать. Кстати, где он? Не знаю. Должен был уже вернуться. А? Какого? О, как мы видим... Все-таки будет продолжение этого концепта, 12-10 его выпустят. Опять же, через неделю здесь мы с вами что можем нового заметить? Давайте глянем еще раз без звука. Это, опять же, продолжение ночной карты, я так понимаю, ну, это похоже на Сакуру, потому что это город тот самый. Это прикольный плакат с котиком, опять же, тыква, огонь, классно выглядит, очень так атмосферненько. Два персонажа. Объясняет какой-то... Давайте вдумаемся в их диалог, что они рассказывают друг другу. С синдикатом Коготь Дракона покончено. Может, отметим? Коготь Дракона, я так понимаю, это предыдущая коллекция, которая у нас была, она уже покончена, то есть это операция, которая завершилась. И они, видимо, хотят отметить. Да, было бы неплохо. Твои предложения. Сможешь в этот вторник в баре неподалеку? Да, вполне. Надо бы и нашего сослуживца позвать. Кстати, где он? Не знаю. Должен был уже вернуться. Блин, прикольно. Видликсу было бы делать сериал. Типа, реально, ну, с таким продолжением, конечно, ну, не по 40 секунд, хотя бы по пару минут. Понимаю, что работа занимает огромное количество времени, но в целом было бы здорово, если бы он продолжал. А? Какого? Вот, вот они зомби, и скорее всего как раз таки зомби это и будет их напарник, сослуживец, который должен был вместе с ним пойти. Да, клево, клево. Ребят, короче, ссылку на ролик оставлю в описании, сможете сами зайти все еще раз посмотреть, лайк поставить обязательно, ну и подписаться на Видликса в целом. В целом интересно, ждем 12 число, каждые 6 дней будем выпускать какой-нибудь вот такой небольшой обзор на тизеры. Ну, хуинский апдейт совсем скоро, если мы с вами посмотрим. Так, хуин у нас когда? Хэллоуин. Это воскресенье, 31 октября. То есть, наконец месяца выпадает, и, скорее всего, обновление будет именно в этот день. Ну, ближе к этому дню. Вот, хэллоуинское обнова было бы очень здорово. Добавить зомби-режим. Все ждут зомби-режим, потому что он когда-то был уже в игре. Вот, ну, в любом случае, всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Заходите на стримы почаще. Пока-пока.